Безобидная родинка может стать бомбой замедленного действия. Екатеринбуржцев приглашают проверить свое здоровье в день диагностики меланомы – злокачественной опухоли, в которой могут превратиться отметинки на теле. В понедельник все желающие могут пройти осмотр у врача-дерматолога в больницах города. День диагностики меланомы пройдет в 90 городах страны. Акция откроет неделю борьбы с онкозаболеваниями, которая завершится субботником против рака. В Екатеринбурге пройти дерматоскопию можно в полусотни клиник, записавшись на бесплатную диагностику. По статистике, именно раннее выявление меланомы гарантирует полное выздоровление. С каждым годом количество больных этим видом онкологии увеличивается, а пациенты становятся все моложе. Меланома – третья по распространенности злокачественная опухоль у людей в возрасте до 35 лет. Чтобы обезопасить себя от рака кожи, врачи рекомендуют прятаться от активного солнца, не допускать солнечных ожогов у детей, использовать солнцезащитные кремы и раз в год проходить профилактическое обследование. И самому осматриваться, обращая внимание на все родинки. Изменение размера, изменение цвета, если она поменяла как-то свою конфигурацию. Была хорошенькая, кругленькая, с четкими ровными краями, а стала такая, ну, исчерченная, напоминает географическую карту. И если она начала как-то кровить, ну, или появилось какое-то выделение, то это тоже повод идти к доктору.